Я поехала на колесе обозрения. 250 рублей 5 минут. Ну, хотите 10 и 15, потому что никого нету, сколько хотите, столько и катайтесь. Посмотрите, какая природа тут. Красота. Как в кратере. Я вам всю панораму сниму. Давно я этим не занималась, на колесе обозрения. О, то оказывается Симба, вон он. Симба его зовут, женщина мне имен столько дала. Вон они, он меня уже ждет, уже видит, представляете? Вот жалею, камеру-то не взяла, потому что одна мне пса, она меньший размер, мне ее неудобно в левой руке носить. Ну, трясется сильно. О, а тут мы посмотрим, кто где. Что вам еще тут-то? Вон он меня ждет. Сейчас приду. Так. Давайте я чуть уменьшу, буду потом вам увеличивать, если что. Чуть-чуть. Так, где кто? Вон там люди тоже, мало людей. Так, я уже на самом верху. Ну, мне неудобно села. Где, где? Вон там легендушка. Вон она, ихний мост адреналиновый. Не видно. Так, ладно. Кого мы тут еще увидим? Ну, тут надо летом, если честно. А смотреть, я говорю, это горы. Тут летом, тут все в зеленью поутопает. Вон, видела, там легенда ходит или кто. Ай, как на меня смотрит. Кто-то катается, да? Сейчас пойдем. Вот это, ну, красота, красота просто, красота, красота, особенно вот этот кусок. Ну что, я буду выходить. Приехали.